Riders on the stone. Да, я еще... Я дурак, короче, я все удалил. Хотя мог скачать все видео и просто перезалить на этот канал. Ну, типа... И все. А я все удалил, вообще все. Даже Steve Dec. Замбатрон удалил, который... Там чувак странный заходил, правда, но мне игра понравилась. Это первый хороший платформер. Ну, мой. А, ну, кстати, да, YouTube. Здорово. Сейчас будем добивать. Я думал, Бэха. Люха, даже стола нету того, который был. Хотел бы предложить вторую часть, но не уверен. МБ позже. Я сейчас хочу по Need for Speed максимально пройтись, ну, по прохождению. Просто это не очень скоро даже будет. Ну, я бы поиграл на самом-то деле. И там поехал. Потому что сейчас Need for Speed, я их все не успею пройти. Переезд, а там уже как пойдет. Ну, а там уже как пойдет, это значит то, что там будут еще появляться и хорроры. Я буду еще и в страшилки играть. Я еще никуда не переехал, я только стол сместил. Вот он сейчас на этом месте, а был вон там. Вот тут я где-то сидел. Я только-только буду. Возможно, и на это улучшится. Но скорее всего улучшится. Че за фигня? Откуда вот эти гонки? У меня еще пока с работой так, то что... Да чтоб тебя. У меня пока еще с работой так, то что я могу только вечером, например, посидеть. И в воскресенье у меня по-любому выходной будет от стримов, потому что они... Ну, нехуевую такую нагрузку дают. Тяжеловато чуть-чуть. А там уже посмотрим, как с работой будет. То есть, если я там... устроюсь как-нибудь 2 на 2. Возможно, они будут еще и днем. Но будут еще не игровые стримы, скажем так. Видосы, кукинг и кокинг. Но там уже мне самому интересно, что будет. Ой, да это... не берут. У меня он есть, и меня никуда не берут. И что? А, я уже проехал. И, конечно, затупок. Да мне что-то так классно ездить. Эти после всего пиздеца уже поймал на мысль, что это худший год моей жизни. Ну... не, на провода надо. Лучше сдать на права до того, как тебе какой-нибудь плохой билетик, скажем так, всунут, чем после. А самокат на зарядку не поставил. Ё-моё. Так, я опять от управления отвык. Хм. Да поверю, поверю. Поверишь, нет, но я не помню, я походу тоже не проходил. Ни первый, ни второй, ни Most Wanted. Карбон проходил летом. Этим. Я поэтому в них и играю. Я вообще все просрал. Тем более, когда малой, я даже, ну, не понимал, что здесь есть что-то, кроме тупого обвеса на машинку. Потому что я тоже такой тупой был. находите недорожные магазины находить с лучшими запчастями. Ну, фиг его знает. В детстве у меня затупы были, и я на третьем этапе останавливался. Потому что там кто тут, Рэйчел, говорила то, что докачай тачку до 6-го уровня. А я ее во внешке не прокачивал, и у меня сюжет ступорился. Я вот с этими катался. Не понимаю, почему у меня, ну, сюжет дальше не продолжается. Лучше затянутость, чем платить за игру, в которой нужно платить. Ну, может быть. Желательно еще мод установить графический. Чтобы вообще игра оказалась будто, ну, свеженькой. Ну вот. В детстве как будто я ее вот так вот и видел. А на самом деле там она выглядит мультяшно и пиксельно. И разрешения моего нету. А сейчас я в 4К играю. Из-за того, что старенькая, но разрешение плюс текстурки свежие, она выглядит намного лучше и играется, и выглядит типа лучше, чем новые части. Ну, не все, я буду прям так говорить. По крайней мере, это играбельно. И, наверное, играбельнее, чем как раз-таки новые части. Сейчас я доеду, тут что-то поворотов много, прочитаю. Мустанда, кстати, без графического мода сейчас это вообще мыло ёбаное. Пиксели с мылом в моче. Вот так вот я бы это назвал. Игра хорошая, но выглядит для сейчас ужасно. Если на старом компике подрубить какому-нибудь, то... ничего. На хорошем современном железе уныло. Колда 2023, 70 баксов топ-рывшей компании, которая тянет на золотую малину. Среди новых РНФС больше всего зашел хит. Просто потому что приятный. Мне 15-й понравился. Что открыли? О, капоты. Ну вот, сейчас будем потихоньку еще тюнинги открывать. Это что? Это RTX. А мне все равно сюда ехать. Мне не нравится то, что тут по всей карте сейчас открываются гонки, хотя я вот эту часть добил. Хорошо, что... ну... хо-хо-хо, МВ 2005 взрывал системники... Пока бояр, если бы сделали на движке CryEngine. Но я видел, как на Unreal ее сделали, типа, полное говно. Она не в движке плохая, и не в физике плохая. Там все хорошо в игре, кроме графической составляющей. Там старые текстуры... там светофильтр ужасный. модельки старые. Ну, игра старая просто. Вот как и эта старая. Но ее просто допилили. Может, модельки получше поставили, разрешение чуть потянули. Не говорю, что она прям вообще графон прям пиздец. Видно, как они лесенкой все идут. И прогружаются прям вот. Они прям тут прогружаются. Но это не так плохо. То есть добавить тени, чуть-чуть отражений, что-то затемнить. И вполне все хорошо. Мне прям идеально подходит. Я хочу играть в старые игры, чтобы там ничего не менялось, но только с более приятной внешкой. И с разрешением под мой монитор. Ну, типа, и все. Мне даже RTX не нужен, тут нету RTX. Потом в боди заедем. Но золотые руки, правда, иногда их прессуют. Ну, потому что разработчики теперь с этого деньги получают. Выпускают говно, и все его жрут. Типа... Вот сейчас распродажи. На распродаже игра 5000 стоит. 80% скидка. Охуенно. Может быть, тогда вообще их не покупать? Ну, я не буду ничего покупать на эту осеннюю распродажу. Может быть, Эко только куплю, и все. Потому что у нее нормальная цена. Ну, вполне нормальная. А, ну да, кстати, будет в декабре Эко. Мы опять соберемся толпой. И будет у нас кооперативная игра в Эко. Очень много людей будет. Либо покупать аккаунты с играми, я не знаю просто. Вот лучше купить аккаунт с игрой, чем саму игру. Даже если ты ее потеряешь. Заплатить за аккаунт 300 рублей, либо за игру 5000. А там могут быть еще игры на этом аккаунте, не только одна. Был бы я медийкой, я, блядь, бы сказал то, что давайте хуй забьем на эти игры. И просто будем покупать ключи. Если они ключи дорогие, то вообще ничего не будем покупать, пока они цену, блядь, не скинут. Да, опять же, подписка неплохой вариант. Зачем покупать игры? Но не у всех они есть. А, мы же хотели это... Где тут? Если ты не смог как следует разогнать свою тачку, попробуй хотя бы выглядеть круто. Здесь есть для этого все детали. Ну, эти последние стоят. Я вот это хочу, пиздец. Как же она ублюдски выглядит. Да блин. Кто меня вырежет? Ну, опять же, да, у меня нету... Блять. У меня нету Unbound. И он будет не скоро. Но его проходить планирую по подписке. Потому что вот он как раз стоит 5К по скидке. А, нет, он меньше, Бом-бом-бом-бом. Бомба. Что-то это, вспомнил там. Да почти. Вот просто даже если сравнивая, ну по мне, Форзу 5 и Underground 2, я бы, наверное, лучше в Underground бы играл. А где тут? О, папки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Но есть баги небольшие. Чуть промахнулся. Да блин, она не хочет. Какие-то моды ставил. Ну да, есть один мод. Ну как, тут, наверное, не один мод. Это просто сборник, называется Definitive Edition. Ссылку здесь не дам, но в ютубе у меня она в закрепе. Там чувак, он сделал видос. И видос с установкой, как правильно поставить. Иногда вылетал, но не супер часто. Вроде в начале третьего этапа были вылеты. Возможно, связанные даже с ОБС. Я не помню таких в Ориге. Ну да. Ну и в принципе разрешение. У меня 4К, у вас показывается Full HD. У меня экран просто нестандартный для этой игры. Так. О-о-о. Да не. Так, ну, в принципе, куда-то сюда вниз ехать. Можем вот сюда заехать. Я поставлю себе кузов. Проугорал и попробовал на разных модах. Изменить интерфейс. Хм. Ну да, сейчас графические моды для старых игр — это лучшее, во что можно даже деньги в свои влить, я не знаю, если он платный. Потому что покупать игры слишком дорого. А лучше мододелов заспонсирую. Да чего ж там говорить? Выходит новая игра, и ты ждешь патч, который, возможно, делают просто люди. Фиксы там, я не знаю, ну... Это странно. Не, сразу находил сборку, которая, ну, более-менее. Нифига, у меня сразу визуальный рейтинг. Может, это фары тогда поменяю? Мне спиннеров только, наверное, не хватает, и все. Диски. Но это было бы прикольно. СТ ищу только моды, добавляют отсутствующие красивые вырезанные фичи, улучшают графен, но с сохранением оригинального стиля, остальные не прикалывают. Да, вот такая же фигня. Я поэтому, ну типа, вот это. Тут максимально, мне кажется, все сохранено. Забыл удалить. Так, ну раз у меня уж аж так, уж кушкеш. Тоже искал себе мод, который все оригинальное оставит, но графику подтянет с разрешением. Решит. Так, атмосфера цветной туман для каждого города. А к релизу все почикали, то осталось пока версии сломано херам. Ну, понятно. А тут туман вообще выключен. Ох, ты там текста накатал, сейчас посмотрю. сейчас доеду, как минимум. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Саша. Саша. Ну тут вон есть какие-то баги, когда она не успевает что-то отрисовывать. Но они на старой игре не сильно в глаза бросаются, скажем так. Очень убивает, как настройки повышения яркости и контрастности на ПК по факту картинку умудряется делать только в срате. Да, да, да. Но раньше мониторы тусклые были. Типа, что поделать. Раньше они сам монитор сглаживал картинку, а сейчас надо, чтобы видяха. Это уже совсем не та игра, которая была в детстве. То есть ты только модом можешь свои фантазии довести. Как ты ее представлял тогда? Сколько там, 30 минут? И, ну, чуваки, которые сделали этот мод, ну, они сделали то, чего я хотел. Ну, вполне достаточно того, чего я хотел. Может быть, я хотел лучшего, но этого вполне достаточно, чтобы я кайфанул, поиграл, поностальгировал, прошел. МБ еще играл бы, но есть много других игр. И я просто записи сохраню, то, что я в это играл. И мне уже будет приятно. Тем более у меня в детстве компьютер вообще не позволял... Ну, позволял играть в Underground, но не позволял его играть со звуком. А это еще та боль. Самый такой прикол, он до какого-то момента позволял, а потом все. И у меня была крутая акустика, которая до сих пор сейчас стоит у меня, она очень крутая. Но там был какой-то китайский проводок, который сломался, испортил материнку, испортил звук на самих колонках и... Мое детство. Ну, детство он вряд ли испортил. Но впечатление об игре тогда... Да нет, наверное. Потому что я был мелкий и тупой. Малолетний дебил. Сейчас я доеду, я прочитаю. Просто я не люблю отвлекаться ни от чата, когда его много, не от игры, когда ее много. Последний. И таких лучше не добавят. Что ж, почему без звука? Да, понятно, почему без звука. Да, у меня много всяких проблем было с компом в детстве. Его неправильно собрали. Застрял кусок провода. У меня много было компьютеров, но которые были собраны из фиг знает из чего. Это был конструктор радиолюбителя, скажем так. Хотя изначально это был дорогой, хороший компьютер. Вот такие вот у нас запчасти раньше были. И только году, наверное, 16-му я более-менее себе компьютер собрал, на котором я мог поиграть в CSGO больше 100 FPS. В Battlefield не на 800, на 600, в 3-й. На минуточку. Ну, тут парень в чате, Илюха, он помнит, как я стримил на i5 4440 и 1050 Ti. Вот это... Проходить на этом Exodus и пройти его, правда, на плохую концовку. Это, конечно, шедевр. А, не, на хорошую, но без одного человека. Это были отдельные кайфы. А потом у меня сгорело, и я захотел себе нормальный компьютер. Не так, чтобы для стрима, как для стрима и записи. Так сказать, это портфолио моих пройденных игр и смешных моментов. Ладно, не смешных. Я не смешной. Забавных. Ну, даже на этом играть можно. Типа, у меня такой на работе стоит. Я играл там в карбон. Но потом купил себе ноут. Здесь и 60. У меня сейчас и комп, и ноут. Типа, можно заработать, полазить в интернетике, купить БУ, хорошие железки. Там ноут. Ну, тысяч за 40 можно вообще лютый купить. Блять. Это супра. Если ты, правда, в школе учишься, либо в шараге, то да, тут проблема немного, типа денег нету. Ну, не знаю. Подкопить денег с дней рождений. Какие-нибудь... О, я знаю. Подруга делает кубики из смолы. Делать кубики и продавать их. Только хорошо делать. Типа найти хобби, которое будет какой-то заработок делать. Небольшое. О, блядь. Но у меня у брата тоже ноутбук. Не помню. Left 4 Dead тогда второй вышел. Вот у него этого года ноутбук. У него там видяха 950 М мобильная. И i5 четвертого поколения. Да. Ну вот вообще дексповский. Хороший ноут. Он, наверное, 1020-25. Конечно, понимаю, что вообще говнище не хочется покупать. Но есть ноуты на десятых видяхах, которые будут вообще что угодно тянуть. Но это 30 тысяч бюджет. Опять же, при условии, если ты покупаешь бэушный и находишь сам ноут в более-менее целом состоянии, провод, там, все остальное, это не важно. Это всегда докупить можно. Даже если у него жесткий там умрет в нем, это вообще не потеря. У тебя уже есть компьютер, и ты в него просто можешь вкидывать деньги на память. Все. Ну и на термопасту. Сейчас я доеду, я прочитаю. Я уже заебался это говорить. Эмуляторы 6-7 поколения приставок волнуют. Но особо свежие пока игры безразличны. Все равно сейчас с интересными гонками все плохо. А какой будет прикол брать приставку, которая, я не знаю, где-то в России, в Украине, в Казахстане, если у тебя не стоять будут по 10 тысяч рублей там, ну короче ты понял, эквивалентно. То есть ты покупаешь приставку за 70-80, и 8 игр будут стоить как эта приставка. Она нужна? Нет. Я думаю, что вообще не нужна. Так, ну я сюда поеду. Так, мне нужны аксессуары. Мы там поставим тюнинг. Будем чистить тот город. Блять! А, я еще плохо прочитал. Ну, потому что я затупок. Если эмуляторы... Ну, фиг его знает. Для эмулятора приставки нового поколения нужен мощный компьютер. Не факт, что даже мой вытащит. Вруби колонки. Да. Нифига. faults, I'm mishappens. We from the Bronx, New York, things happen. Kids clapping, love to spark the place. Half a cat's in the spark, got a scar on their face. It's a cold world and this is ice. Half a meal for the charm, brother, this is life. Got the phantom in front of the building, Trinity, yeah. 10 years been legit, they still figure me down. As a young, was too much to cope. Why you think the BX nickname it cook? I should have been called. А, не так мало дают. Ну ладно, это придется поставить, они рейтинг дают. Было так много игр, что на ПК или не были, или вышли, но работают хуже. Ну да. Не, круто, круто. Я согласен, эмулятор намного круче, чем играть на приставке. Ой, ну ладно, сейчас еще одну проедем. У меня как раз там все сейчас подвисло. Эх, блять, занесло. Ну ладно. Попозже. Сейчас доедем как-нибудь. Подвинься. Кажется, а не живой, наверное. Блин, долгая гонка. Да, что-то мне тяжеловато этот кружок дается. Он же сказал, совсем не дается. Блять, я не вижу просто. Она высокая. Я не умру в туалете. А, блядь, да ёб твою мать, я вижу здесь срез и постоянно еду в него. А его тут нету по факту. Что это? Гребаный Скай. Но они все равно через заправку не ездят. Ох, наушники придавили бошку. Так, с фильтром цвета а-ля моча. Чувак, тут финны приехали. Пока... Зато на боксе был такой кайф, такой графенный, или вот карбон. На PS3 360 боксе винилы были заметнее, более высоком разрешении. Да, вот это, именно это и сделали в фиксе, они все поправили. Они сделали это нормальным. И это очень хорошо. Те же сюжетные ролики, карбоне и приставка были разрешения выше, но пока же шикарное пережатое нечто. Ну, у меня сейчас все пережатое нечто. Понятно, что проблема в размере дисков, и надо было хоть как-то влезть, но все равно обидно. Ну да, сейчас типа компы позволяют это все записать, и экраны раза в 4, да какие в 4, в 20 раз больше разрешения, наверное. Сейчас уже все по-другому, а тогда, ну сейчас можно и мод найти, и нет, есть у всех хороший. А если у тебя хороший интернет, поставь лайк. Так что вот так вот. YouTube, давайте. Ну, у вас эта серийка остается. Лайк, подписка. И перейдите в описании на Twitch. Там полная трансляция будет. Но в плохом качестве. Хочу сказать другое. Все, давайте.